Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим разложение разности квадратов на множители. Значит, это обратная формула, то есть а квадрат минус b квадрат равняется а минус b на а плюс b. Ну, скажем так, первые примеры, они будут очень легкие, делать их очень просто. Итак, x квадрат минус y квадрат. Закрыли наши квадраты пальцами. Что осталось? Осталась первая скобка x минус y. Вторая будет такая же, только с плюсом. X плюс y. Значит, мы видим, что здесь ничего страшного нет. Чуть-чуть усложним. А квадрат минус 25. Но дело в том, что сразу раскрывать нельзя. Надо сначала записать. 25 – это какое число в квадрате? Конечно, 5. Итак, а квадрат минус 5 в квадрате. Убрали квадратики. Первая скобка получилась. А минус 5. Вторая точно такая же. А плюс 5. Усложним еще. Минус 81 плюс 49 а в квадрате. Но здесь вообще нельзя работать сразу. Обратите внимание, на первом месте должно стоять положительное число. То есть мы перепишем его. 49 а квадрат минус 81. А теперь будем думать, что это за числа в квадрате. 49 это 7 в квадрате на а квадрате. И минус 81 – это 9 в квадрате. Убрали все квадраты. Получили 7а минус 9 и 7а плюс 9. Четвертое. Давайте рассмотрим. Ну, какое-нибудь тяжеленькое, дробное выражение, да? Значит, например, 25 49 х 4 минус y 8. 25 – это 5 в квадрате. 49 – это 7 в квадрате. Х 4 – это x квадрат в квадрате. Минус y восьмой это y четвертой в квадрате равняется. Первая скобка будет убрали квадраты. 5 седьмых x квадрат минус y в четвертой. Умножить. Вторая скобка точно такая же, только с плюсом. Получаем 5 седьмых x квадрат плюс y четвертый.